Все началось со ссоры. В семье в последнее время были напряженные отношения, рассказывает подозреваемый во время проверки показаний на месте. По словам отца, он застрелил сына, потому что тот угрожал ему травматическим пистолетом. И тут я понял, что он сейчас выстрелит, и я нажал на курок. Оцелился он куда? Оцелился вот сюда. Эта версия в ходе расследования подтверждения не нашла. Следователи не обнаружили пистолет, которым якобы угрожал сын. С целью сокрытия совершенного им преступления, относящегося к категории особо тяжких, мужчина расчленил тело погибшего и на своем автомобиле вывез к реке, где утопил. О пропаже сына правоохранительные органы через 2 дня заявила бывшая жена обвиняемого, которая вместе с сыном проживала от него отдельно. Мужчина рассказывает, смыл следы преступления в доме, тело сына переложил в багажник машины. Куда ехать? Ничего другого, штука в речке. О том, что сын пропал, в правоохранительные органы сообщила мать. Следователи, кто убийца, выяснили почти сразу. Отец вину полностью признал. Преступление произошло в декабре 2017 года. Части тела убитого нашли в реке весной и летом этого года. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Убийство». Ему грозит срок от 6 до 15 лет. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».